Жаба такая. Такая красота здесь. Орел. Парень над нами. Вот разные статуи тоже тут. Вход, и можно идти бродить. Но мы решили сюда пока не идти, не снимать. Хотим сюда пойти с экскурсией. И послушать информацию обо всех вот этих памятниках. И вообще об этом месте. Потому что очень интересно ходить гулять. Понимаешь, насколько древняя цивилизация здесь жила. И хочется узнать больше подробностей об этом. Вон там такие красивые фигуры. Вообще. Тут еще есть множество разных мастер-классов. Мы договорились, я не помню, или на завтра, или на послезавтра, что придут 3 часа, у детей будет мастер-класс из глины. Очень бы хотелось поснимать, но я подозреваю, что мы воспользуемся этим моментом и уйдем куда-то. Побродить там, где с детьми мы долго не будем ходить. О, Владик экипируется. А вон там еще вот речка, все такая же грязная пока еще, вон куча разных статуй. Видите, ворота, они прям ворота, нам Радомир с Ваней лазит. Куда вы улетаете? Это птички такие? Птички, вы на них улетаете? Здесь нет сопки. Класс. А, мы на птичках. Да, и вот лицо, боже, какая она была. Она где-то высоко стояла. Так глянь, это как фараон египетский, посмотри. Что? Это как сфинкс был. Вот. Реально, вот ее если перевернуть, оно вот получится как сфинкса. Ну как эти вот называются? Женщины с... Птицы с головой женщины. Как они называются? Я забыла. А я тоже все. Я что-то последнее время... Потворы. Потворы. А у меня тут кошка-то. Місяць круглий, наче жолудь, скотився з неба, впав і ліг. І ліг. Антонин? Чи то хтось щось повирізав вже, так? Антонин, це Пітіс. Такі обличчя тут. Ліце інтересне. А, тут ще аж місяць круглий, наче жолудь, скотився з неба, впав і ліг. Антонин, так? Вот. Ой, что там? Там тоже что-то есть? Или тоже написано? Я не понимаю. Квиты, солнце, спить в я не могу. Якесь солнце спить в криниці, може? Ну да. В криниці. На муху стеленому дні. На мохом стеленому дні, то есть застелене мохом дно, в криниці на мохом. А який місяць? Сонце, квітуче сонце, чи яке? Чи не? Ну там наче В нема, чи яке воно? Квіти. Літні, літ... Квітчо. Щось незрозуміло, яке воно сонце. Яке сонце спить в криниці. На мохом стеленому дні. Так, хлопці, давайте до... Хто швидше? Побіжали!
Радомир меня обогнал и Машу обогнал. Такие пласты, карсты, породы. Радомир расстроен, что Ваня его обогнал. Ване, я не помню, 7 или 8 лет. Он немножко не поддается, и Радомир очень расстраивается. Радомиру 4,5. Ой, как тут классно. Вот там вот, наверное, по энергетике аж. Боже, ощущения аж. Ой, я не знаю, я не могу передать эти ощущения, когда подходишь вот сюда, вот дотрагиваешься. Очень такая моща просто. Фух. Очень хорошее место. Я рекомендую посетить его всем. Кому интересны древности или кому интересны энергетически сильные места. Такая. Конечно, мы пошли в самую жару. Сейчас 10 часов. Мы пошли. Получается, к обеду взбредем на гору. Получается, в самую жарень. Я бы, конечно, часов 3 пошла на гору. Но если еще с одним Владом я могу убедить, что не стоит в жару куда-то идти, то когда большая компания и все рвутся идти, то тебе остается либо сидеть дома, либо идти вместе с ними. Поэтому, ну, сидеть одной дома, я понимаю, потом они не пойдут второй раз со мной в комфортное для меня время. Поэтому идем и наслаждаемся, печалясь о том, что солнце сильно временами заливает кадр и нельзя сделать хорошую фотографию или хорошее видео. Конечно же, здесь очень круто, классно, и хочется этим всем поделиться с вами. Что у нас? Тут я не могу разобрать, может быть, оно с телефона лучше видно. Вот, и очень везде такие, знаете, как места для сбора. Я не знаю, это уже сейчас местные жители так оборудуют, или оно реально так и было. То есть вот тут вот можно собраться, да, а там какой-то колодец или что-то. Не знаю, мы сможем в него заглянуть? Что тут? О, похоже на колодец. Ну не воняет оттуда, потому что еще у них бывает так прикрыто. А эти, как они, ямы септические, куда с туалета все сливается. Вон лавочка для отдыха, такая для уставших путников. Видите, остатки вообще вот это вот развалины. Я не представляю, какая это цивилизация была шикарная, когда вот это вот уже разломанное, ну, явно ощущается, что им столько лет. Гляньте на эти лица. Представляете? Ну и прям видно, как оно мхом, эти камни уже поросли. Наш папа пошел наверх, там, наверное, какая-то крамничка была, похоже так. Ого, кто-то наверх аж... А, это Радомир наверх так залез, гляньте, оранжевые шорты там. А мы вверх или вниз, или мы разделились, и что Радомир там на самом верху делает? Радомир, ты где? Маша, быстро сюда. Дети залезли непонятно куда, вот это вот. Гляньте на них. Эти оранжевые шорты. Стой. И я вот так вот внизу. Папа там фотографирует. Скельный храм. О, это скельный храм. Памятка. Номер 1003 охраняется законом. Вот плохо видно, да? Скельный храм. Мы потом в него пойдем.
база. Мы будем туда сюда. Радомир, стой. Сюда. Радомир, стой, стой, иди сюда. Так, ага, дальше еще подъем. Тут пока ничего так не видно. А дальше? Ну вот еще ступеньки. Так, а вот ступеньки. Делать пикник? Там огород. Там огород! Ну посмотрю. Говорят, там огород. А что ж куда? Эти ступеньки, это такие ступеньки на огород ведут? Ну так там тропинка идет. Вот тропинка. Я так понимаю, все-таки это куда-то ведется, потому что там некуда идти. Пойдем туда. Вот видно, что дорожка и прям такие из камней бордюрчики сделаны. Вообще прикольно. Детки обогнали нас. Мы идем хекаем, а детки уже поскакали дальше. Им нипочем. Да, вот такие вот, вот такие мы. Я не снимаю себя, потому что я такая же. И вот мы снова на распутье и не знаем, в какую сторону нам лучше пойти. Ага, вот у нас более опытный путешественник. Говорит, что надо туда идти. Кстати, если бы вы хотели побывать в таких красивых местах, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. О, а вот уже... Это казацкое кладбище, да. Мы подходим. Радомирчик, что случилось? Ты видишь, как он расстраивается? Детки, детки. Вдоль можем пойти через. Все равно. Как ты хочешь? Как ты хочешь? Ну, дети вот решили. Дети, аккуратно. Даша, стой. Аккуратно, не бегать. Стоп. Только тут. Стоп. Инструкция. Аккуратно, смотрим под ноги, потому что холмики, могилы. Это кладбище. Это аккуратно, кладбище. Здесь не бегают. Здесь идет очень тихо.